Российская компания «Дилектрические кабельные системы» открыла в Твери современный цех горячего цинкования. В церемонии участвовали заместитель главы представительства посольства Италии в Москве Гуидо де Санктис, генеральный директор акционерного общества ДКС Дмитрий Колпашников, член совета директоров ДКС Сандра Бергамо и губернатор Тверской области Игорь Рудени. Репортаж с места события подготовила Ирина Синягина. Компания ДКС основана в 1998 году, является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в нашей стране, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии, Китае. А самое первое производство было открыто в нашей стране, в Твери. На 21-м году работы предприятия произошло еще одно очень важное и символичное событие. ДКС открыла первый в России цех горячего цинкования и опять в Твери. 3 года назад мы перешли к практическому осуществлению этого проекта. Мы изучили технологии, подняли уровень наших людей. Мы построили цех горячего цинкования в зоне Верхневолжья. Это самый сложный экологический район, потому что мы находимся в том месте, где рождаются все великие русские реки. Поэтому нормативы здесь самые высокие и гораздо выше, например, чем мы встречали у наших европейских коллег. Горячее цинкование представляет собой максимальную эволюцию защитных систем изделий из стали, обеспечивает высокую коррозийноустойчивость. Во время процесса сталь полностью погружается в расплавленный цинк, который покрывает все поверхности детали, включая внутренние части. Мощность нового цеха – 54 тысячи тонн оцинкованного металла в год. Открытием нового производства – это очень большой вклад в нашу и российскую, и региональную экономику. Сегодня те задачи, которые поставил перед нами президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, об увеличении экспорта несырьевой продукции реализуется благодаря вам, благодаря вашему труду, воплощением идей вашего руководства. Тем самым предприятие вышло на уровень крупнейших игроков европейского континента. Новый цех – это важнейший шаг. Сейчас выходим этим самым шагом полную конкурентоспособность с компаниями, которые имеют за плечами более 100 лет истории. Сейчас на производствах ДКС Твери трудятся более 2000 человек. Благодаря открытию нового цеха создано еще более 50 рабочих мест. Почетные гости также побывали в других цехах предприятия.